Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в стратегии команд American Civil War на максимальной сложности. Эксперт за конфедерацию. Начинаем мы. Давай в отчеты заглянем, посмотрим, что по силам. 72 на 124. По-моему, было больше. Противника было больше, мне кажется, сухопутных. А по потерям 35-76. Ну, в два раза держим. Один к двум держим. Как в приличной, как в любой приличной игре про север-юг. Юг против севера. Один к двум соотношение есть. В принципе, достаточно. Хорошо, конечно, когда больше, но и один к двум нормально. Все, ладно, начинаем расчет хода. Смотрим, что будет творить противник. Ну, пока будет еще противник творить. Там что-то в Мексике творятся делишки какие-то. О, инженер достроил норку. Ура, теперь у нас тут прям отличная линия обороны. Ой, снова, смотри-ка, опять 7%. Как будто бы стало часто очень происходить это событие. С приростом. Ну, оно как бы все время у нас отваливается. Это ладно, но при всем при этом оно наконец-то начало происходить. Может быть, имеет смысл даже сейчас закинуть туда 120 очков в пятый, как он называется тут, чит он называется, я не знаю, как переводится, вот этот в пятый чит, еще вложить очки, чтобы было быстрее, раз оно начало работать, потому что в первой половине игры вообще никаких не происходило движений по поводу Великобритании. О, подплыл гадина, гадина, о, две гадины подплыли, три гадины подплыли, вот гадины. Сейчас попробуем одну гадину забрать. У нас два айронклада и монитор. О, подремонтировался. Ну, ремонтируйся, ремонтируйся. Можно специально стоять, не добивать его, чтобы он каждый ход тратил по 200 очков на вот этих двух уродов своих. Так, уплыли вот туда. Надо их найти. Здесь главное, чтобы корпус не выбили сейчас. Ну, где-то в октябре у нас будут еще там пара дивизий, там, две или три дивизии, корпус, по-моему, пушка приедет скоро, и мы начнем под Сталтоном контрнаступление. Перебросим туда силы эти. Октябрь, ну, плюс пару ходов на перемещение. Где-то в декабре, о, его пушка приехала и влупила нам. Это плохо, это плохо. Наша еще не приехала. Ой! Снесли. И корпус снес. Ну вот как так-то, а? 5 у корпуса. 5 было сил. И он снес одним залпом. Я понимаю, что у него тоже корпус. Ё-моё, что началось-то? Собака. И все-таки взял он этот город. Я корпус выставил, чтобы он город не взял. Он его все равно взял. И корпус выдал. Еще кавалерия прискакала какая-то. Ой, блин, только кажется, что вот-вот пошло дело, и сразу все дело рушится. Приближаются к Монтгомери. Надо блокировать тут. Он, конечно, одна бригада тут шарится, как будто. Все равно. Little Rock сейчас еще упадет. И наш рейтинг. И европейская поддержка снова падает в ноль. Девятый корпус уничтожен. Вот этот корабль. Все, сейчас мы догоним, прибьем. Так, еще корпус.
А у нас две дивизии и пушка. 51%. Сейчас нас тут тоже подрежут. И тут корпус подходит. Тут мы хотя бы успели корпус снять. Форт еще выдерживает атаку. Тут как будто уже никто не долбится в наши форты. Кораблик. Пойдем поймаем этот кораблик. Встрял. Встрял в другой кораблик я. Давай, монитор, топи его нафиг. Не хватает. Не хватает мощи, нифига. Тремя кораблями. Как бы этот сейчас не забили. Если потеряем Ironclad, то можно больше про морские операции и не думать. Чуть не добили. Ну ладно, добьем потом, следующий ход. Здесь отходим за суплаем же, да? Да, ноль уже. Вообще фигня. Индейцы, ну вот что, набрали суплай? Что-то особо не набрали. Ладно, погнали за ним следом. Почему они не могут перейти-то в границу? Что это за нафиг-то? Что нафиг? А сюда можно? Ну хоть сюда можно. Ну, пойдем в другую сторону, туда хотя бы. Какая-то фигня творится. Так, тут мы хотим вот этих освободить. Бежим, бежим. Здесь я думал отрезать, но он туда, наверное, наступил. У меня кончился тоже суплай. Вот, вот мои лошади без суплая что-то не очень справляются хорошо. Ну ладно, единичку наступил, хорошо. Здесь подходит корпус, мы тут окапываемся. Что-то не ремонтируемся, просто окапываемся. Тут мы корпус потеряли. А он свалил, даже мы его даже не забрали. Четверка. Но заберем дивизию. Нет, не заберем дивизию. Да ты шутишь, наверное. Заберем дивизию. Тут у меня нету апгрейдов. Я боюсь, я наступлю и попаду под корпус. Да. Ой, блин, и сильно так попал под корпус. Да ты что не ходишь? Ну вот, кстати, новый корпус-то пришел. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Новый корпус как раз вовремя. Там тоже немножко побитый. Этих мы сейчас потеряем. Снова потеряем город. Но следующий ход корпус и дивизия приварят. Хотя этого маловато. Может и не очень, но там еще просто дивизия, но сейчас там сделать-то больше ничего не получится. А может... Нет, не получится. Монтгомери подходит сюда, черти полосатые. Высаживаем дивизию. Две дивизии высаживаем здесь. О, у нас, кстати, еще корпус есть. На тот случай, если там вдруг что-то большее, мы их сейчас пойдем займем тут. Пушка. У нас есть пушка. И он там пушку прикатил. Так, ну я сейчас вижу, я могу наступить без обратки. Но это поедет, когда она не сможет стрелять. Ладно, сейчас позже тогда. Посчитаем тут. И тут вот наши лазутчики
Он, кстати, корпус. А, это мы его увидели. Он там давно стоял. Мы увидели там корпус. Здесь. Восстановимся, пожалуй, что. 2-6. Да забирай его. Все. Здесь 2-7. Давай свеженьким подбежим, ударим. Отлично. Назад уже он не влезет. А мы другой сейчас отгоним назад. Так, хотя нет, этот бы подлечить. Вот этот отгоним назад. А вот этот подапгрейдим. По всей прям, чтобы он видел далеко. Так, инженер, настал твое время. Пока здесь никого нету. Хотя, наверное, 3-то не надо. А так, одна, здесь одной достаточно будет. И вот этот край. Давай двойную копай. Есть, погнал. Если там никого нет, только корпус. Я и тут никого не вижу. Так, восстановим корпус на пятерке, который... Тебе дадим разведку. Посмотрим, сейчас пойдем в атаку. Нафиг всеми. Этот только получил, следующий ход увидит. Этот следующий ход увидит. Этот уже увидел. Этот еще не видит, но у него тут есть рядом, кто видит. Хотя тут видно, что никого нет уже. Двигаем. Тут мне не хватает командования уже, на самом деле. Хотя Лонгстрит держит все корпуса. Он какой, 5 корпусов у него. Но комп выбирает максимально мощных юнитов автоматом. Вот он всех и взял. Этот, значит, держит... Полк держит второй. Да, второй, первый. Причем полка можно попытаться махнуть на кого-нибудь там, на Апахила. 75 очков. Давай, меняем на Апахила. Пока сейчас битвы нет, мы сейчас все это быстро провернем тут. Ну и все, все здоровые, кроме одного, кроме двух, ладно, кроме трех. Но зато все корпуса. Сейчас мы отсюда и развернемся. Плюс с разведкой у нас тут. Следующий ход пойдет, контратака здесь. Мы ее поведем к Мемфису, я думаю. Вот так зайдем, посмотрим. И вот так зайдем. То есть пойдем вниз, потом вон туда. Отсюда пойдем вот этих выбивать мелких гадов. И пока мы не дошли там до мелких гадов, мы нашли городишко. Так, правда, не можем пройти до него. А да, вот этого можем. И есть. Да, суплай, походу, на городе не тратится. Поэтому продолжаем лупить его. А ты можешь, кстати, подрезать еще одного деятеля. Но он тоже на городе, значит, у него тоже суплай не будет тратиться. Тем не менее, и вот этих мы сейчас тоже подрежем. Там, кстати, непонятно, стоит кто не стоит. Ну, кстати, сейчас корпусом пройдемся. Туда. Сожрем вот этих, и вот этими пойдем, может быть, Кентукки даже. Хотя тут дорог нет, нифига. А сюда маловато сил. Ну, может, один корпус тогда вот сюда отправим. А три вон туда, а два ставим здесь на всякий случай. Пока нормально. Вроде бы. Опять вроде бы нормально. Так, эти. Подходим в упор. Тебя лечим. И в следующий ход. А что ждать следующий ход? Давай сейчас. 1-1 не очень. У него 5 суплая там. Да давай 1-1. О, 0-1. Вообще нормально. Свезло так свезло.
Здесь мне больше не нужна кавалерия. Я тут посмотрел все, что хотел посмотреть. Можно вот этими вернуться на ту сторону. Там укрепление. Как раз пушка же появилась. Пушка, пушка. И корпус, и дивизия. Можно вот этих высадить сюда. Как раз корпус потом встанет вон туда. Давай. Пушка. Это же не рельсовая? Рельсовая пушка в 60-х годах. На нафиг. Нет, ее можно выставить, значит, она не по железной дороге ездит. Хорошо. Ну и все, и дивизию, и корпус тоже сюда же ставлю. Подъезжаю. Корпус. Дивизия. Пушка. Долблю все это дело, захватываю, забираю порт. Потом корпус верну вот сюда. Вот сюда. Ну, а этих буду перебрасывать. Так, тут. Все, тут видно, никого больше нету. Подходим. По-тихому. Это восстанавливаем, парня. Артиллерия больше не дотягивается. Не знаю, этого не прибьют парня, если он подойдет-то вплотную. Я хочу пушку пододвинуть и начать отстреливать их. А, инженер же закончил еще все дела свои инженерные. Давай посмотрим, что видать. Ох ты ж, сколько всего видать. Нормально, посмотрели. Отходи. Совсем отходи. Вот здесь, вот сюда гоним инженера. Тебя гоним наверх. Инженера гоним вот сюда. Вот тут, значит, сейчас нужно выкопать тоже норку. Нормально, чтобы было. Плохо, что это не умеет стрелять. Я бы подъехал бы, лупанул бы и отъехал бы. Сюда выходить вперед. Сюда надо корпусом выходить. Встать корпусом, потом подводить пушку уже. Лупить, потому что я выведу корпус, он двумя меня промнет. Вот этот край еще не видно, к сожалению. Ну, сейчас тоже кому-нибудь дадим бинокль здесь. Но до того, как мы там дадим кому-нибудь бинокль, мы вот здесь дадим боевые навыки парням. Все, все по вооружению у всех все хорошо. По здоровью у всех все хорошо. 2-2, 2-3. Блин, вот туда бы подсмотреть еще. Хочется подойти вот сюда, чтобы подъехать сюда пушкой. Поезд меня не очень пугает, он там двоечку может снесет. Тут как бы тоже немного. Но тут вот эти дети, ну хотя он смотрит, что 118. Погнали. Заодно и посмотрим. Все, всех увидели. Езжаем. Эти все под командованием Боренгарда. Хорошо. Эти не все. Но эти пойдут туда. Ну и 1-2, кстати, можно даже стукнуть еще по поезду, чтобы он лечился, не атаковал нас. Блин, на двойку ввалил куру с котелком. 2-3. Ладно, пока хорош. Здесь перебросим, когда вот эти силы сюда, либо вот эти силы заменим вот этими сюда. Пойдем в контратаку. Пока вот тут вот строим позицию для отхода, если что. Здесь посмотрим. Следующий ход должны увидеть. Если никого нет, подойдем. Ну, начнем кошмарить немножко вот эту дивизию с двух позиций. Если там никого нету. Но это надо выяснить сначала. Все, вроде со всеми разобрались.
Вот здесь у нас теперь печаль. Когда у нас новые подкрепления? В конце ноября. Сейчас будет конец ноября, потом начало. Ой, конец октября. Начало ноября. Где-то через пару ходов будет корпус. И все, и больше нифига нету. Давай что-то покупать. А, кстати, вот корпус за полцены. Даже с разведкой. Супер корпус сейчас будет. Покупаем, все. Тоже куда-то сюда его выбросим. Ну и погнали. Растет наш дух за возврат Little Rock, но это вот здесь, не факт, что это надолго. Так, что ты хочешь? Что ты хочешь? Партизанский акт. Хотите поддержку партизан? Или не хотите? А что, если хочу? Так, если мы не поддержим, значит, партизаны будут дальше долбать то, что долбят, но не будут создавать новые группы. А если мы поддержим партизан, то это сильно увеличит активность их, особенно в Вирджинии, в обеих Каролинах, в Джорджии. Но это 50 очков духа в ход нам будет стоить. Фига себе. Но у нас 50 тысяч. Давай поддержим. У нас... Пускай они максимально портят все там, да. Ладно. Все, командующий уехал. У нас где-то 50 тысяч. Все, подписали, и партизаны продолжают все крушить. 785 очков всего. Подходит к цели. Ну вот как раз мы сейчас его встретим. Не зря там эти две дивизии появились. Сейчас они пойдут разберутся с этой бригадой. Если там только одна бригада. Уничтожен корабль наш. Монитор тоже сейчас разнесут. Все, флот наш кончился. Флот. Но больше он очков зато не будет набирать. Инженера привел. Кентукки привел он инженера. Так, что там за белые точки появляются? Что-то мне это не нравится. Так, и тут какие-то белые точки. Ни у кого таких нету. Ничего хорошего это не предвещает. Последний айронклад, один айронклад ничего не может сделать. Ну, только против вот маленьких может с одного раза поубивать деревянных. А вот больших деревянных с одного раза не может, железных с одного раза не может. Собственно, все. Лоту капец. Сейчас выбьем вот этих гадов, заберем порт, отведем его туда, поставим и будет стоять. Вот там где-то шляются инженеры. Хочет что-то копать, а у нас... Пушка только одна. А, вот они, инженеры. Походу, лупит он артой по нашей дивизии. Но мы сейчас будем лупить по его. Да, нормально ввалил. И выбил ее, да. Так, тут потеряли. Откуда столько вас взялось-то, ё-моё? Все ушли, что ли, от Мемфиса? Надо с вот этими точками разобраться. Но если все ушли от Мемфиса, от Нэшвилла, значит, мы сейчас тоже оттуда придем. Будем бить их.
Неохота мне правый фланг от Фредериксберга убирать. Он так окопался там хорошо, там такие укрепления. Рассматриваю, сверху вернулись к Нэшвиллу. Тоже, значит, все силы не сможем увести. Фига себе, пошел замес. Две бригады уничтожено. Пушку подвел еще туда. Это плохо, это плохо. Теперь как он будет сейчас пушкой фигачить там? И не получится уже так разносить бригаду за бригадой. Так, сначала надо забрать. Ну давай с трех сторон сейчас просто валим все. Все, взяли. Возвращаем порт. Этого зажимаем. Готов. Не приехал еще командующий. Тут. Что за точки-то? А, точки это эти, что ли? Экспа. О, о как. А, она, видимо, от двух появляется. Да, вон. Поэтому и не было. Хотя нет, смотрю. Вот. Значит, от полторашки, что ли. У меня еще ни одного юнита еще не было с единицей экспы, что ли? Да как так-то? Походу, да. Это мои самые опытные юниты. Я уж испугался, что за точки. Надо отойти еще раз там, где много суплая. Вот здесь вот починиться до десяток, до апгрейдов и снова пойти в атаку. Не получается промять у меня тут никак этими юнитами. Нашли врага, понятно. Поскакали дальше тогда. Нашли врага. Сейчас отрежем его, окружим и будем долбать. Здесь к нам придется корпус. Так мы его задержим, хотя мы тут окопались как будто. Здесь нам что-то все посносили. У его корпуса четверка. 1-4, давай забираем его. Все, выбили совсем. Вперед. Окапывайся, ты. Ты не можешь подремонтироваться тут, что ли? Почему-то. Ты стой, не лезь. Я не знаю, что там происходит. Ладно, дивизия, стой. Может быть, тут никого нет. Корпус тебя прикрывает. Новых юнитов пока нету. Тут вот что-то как-то. Как-то. Ну, вроде тоже никого не видать. 3-9. Так, а ты копаешься тут, у нас тут стоял корпус. А ты будешь тут копаться еще долго-долго, да, до января. Фиг знает, фиг знает. 3-9, маловато.
Ты окопан, закопан на 4. Напасть или не напасть? Вот еще корпус. Охота прибить дивизию. Неохота особо. Особо рыпаться. Ладно, идем закопаемся там. Вот здесь надо тоже норку сделать. Уже делает норку. Давай вот этот. Ах ты ж, зараза, этот не дотягивается. Никто не дотягивается. Сюда вот корпус хочу поставить. Ну, либо дивизию, что ли. Ладно, давай, 3-9. Отступила, зараза, не добили. К сожалению, не добили. Ладно. Здесь перехода нету, можно тоже вылазить дальше. И вот так и двигаться. Тырк-тырк. Выжирая по одной. Тут этот докопает, этот отойдет тоже принимать. Здесь будем их на входе. Здесь захватываем городишко. Есть. Окружили корпус. Можно дальше пойти на их территорию. Да, можно захватить. И здесь посмотрим. Давай, подожди, посмотрим пока что. Да нет, никак. Ну, мораль единственная упала. Поэтому можем его потихонечку распинывать. И все, здесь пока непонятно. Ну, когда забьем, поезд сможем провести. Подъедем, посмотрим. Тут пойдем сейчас, наверное... Ну, вон туда можно пойти. Где наша разведка? Вот наша разведка. Разведка. Вперед. Маловастенько. Маловастенько, но уже кое-что. Погнали. Так, где еще наша разведка? Вот еще наша разведка. Ага, спалили гадов. Вот они гады. Корпус целый пригнали. И теперь можем подходить к ним. Они нас не атакуют. Здесь можем отходить за речку. И здесь можем подходить сюда. Ну так, да, получше стало, получше с разведкой. А то бы ломанулся, сразу бы огреб. Сейчас он проатакует этот корпус. Но это пофигу. Мне нравится разведка. Я хочу еще. Почему нельзя? А, походу, вот этот набор, 2, 4, 5, где мои счеты есть, 5, а у меня что, есть маяки, что ли? Ну, допустим, 6, 10, 11, 14, 16, 17, походу, лимит очков. Какой-то есть лимит очков, поэтому второй уровень я уже скаутов не смогу взять. Тогда бы они видели через 2. А комп видит через 2. Поэтому засады, которые, блин, половину первой игры, на которых можно было бы выезжать, просто сидя по лесам, как я пытался подловить его, чтобы он втухал, можно было нормально его сдерживать меньшими силами. Ну, странно. Странно вырубать целую механику, типа говоря, что это повышение сложности. Это, конечно, повышение сложности, но оно... неадекватные. Ладно, кого мы тут будем лечить? Вот этого будем лечить. Этих пока не будем лечить. Но я не думаю, что он пробьет через речку. Потом мы этот корпус заберем. И, собственно, вот этими силами всеми и поедем. Поедем, 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 поедем вот сюда. Поедем. А где Мемфис-то? Виксбург, подожди. Вон Мемфис. Вот сюда, потом вон туда поедем. Будем почищать. Потому что вот тут нормально будем стоять. Каждый, кто сюда зайдет,
сдохнет в один ход. Каждый, кто сюда зайдет, после того, как норка будет, сдохнет в один ход. С этой стороны нас уже не обходят, мы тут сейчас все копаем. Но если вдруг начнут отходить здесь нас, мы еще раз призовем кого-нибудь. Есть же кого призвать еще? Да, еще раз. Еще три корпуса на подходе у нас. Так что нормально будет. Тут нормально будет. Вот тут пока непонятно. Все, здесь всех подрезали. Пошли ловить. Вон там куда-то этот жук пошел. Я его видел. Стой, 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 стой. Подожди, парни. Одному разведку дадим. Но до города добеги сам. А один с разведкой пойдет в следующий ход. И будем тоже, не будем тоже втухать по-глупому. Будем по-хитрому. Так, этого добьем. И здесь побежим в ту сторону. Что-то мы еще творили. Вот тут мы еще творили добро. Элизабет Сити. 1-3. Так, ты полный? Полный, лупи. 1-4 сделал. Красотулька, давай. Но даже этот 0-4 сделал. Это сделал 2-3. Ну ладно, ничего, научишься. Давай. Отлично. 0-3. Нет, 1-3. Комп подумал и решил, что слишком жирно будет. Захватывай. Дайте нубу захватить. Есть, Элизабет Сити взяли. Получим сейчас обратно прирост своих очей. Кава, ты тут больше не нужна. Чеши. Чеши прям очень быстро. Чеши максимально быстро. Давай вот сюда пока что. Вот этот нужно участок посмотреть. Если тут ничего нет, прокрадемся, подрежем. Тут. Ремонты. А, тут вот уничтожили совсем. А, нет, она отступила. Она отступила. Ее не уничтожили. Она ушла. Тоже можем навалить. Так, дивизию. Дивизию надо подкрепить. И поставить вместо нее кого-нибудь другого. И пока некого поставить вместо нее. Вот эту можно передвинуть. Но это-то окопалось. Блин. Давай разведку я лучше дадим. Чтобы она посмотрела. Там пока лошадь добежит. Так, тут видно уже все. Что-то не очень хорошо видно. А, ну все, никого здесь нету рядом с ним. Раз, два. Давай этому тоже дадим разведку. Раз он все на одну клеточку показывает. Я сделаю вот так вот. Раз, два, три. И в три смычка будем пилить дивизию. Если этот попытается подорваться, там будет дивизия стоять с краю. Ему через реку придется атаковать. Она улучшенная. Хотя, конечно, и без экспы. Если он попытается с этой стороны подорваться, он напорится на корпус, который там уже окопан. Фиг знает когда. Ну и этот ему еще накинет. Так что все, в следующий ход начнем даже. Даже раньше начнем контратаку. Хотя, наверное, не раньше. Сейчас какой месяц уже? Ноябрь. Но я говорил, что где-то в декабре это произойдет все. Тут отстрелялись. Так, ну, давай-ка. Подальше заскочи. Ой, блин, плохо-то заскочил. Теперь не можешь заскочить. Тоже он притащил инженеров, тоже там строит. Кругом все застроил. И пушка. Так, а наш инженер-то идет вон на ту точку. Выставить, что ли, туда бригаду. Прикрытие. Я боюсь... Бригада, бригада, пушка плюс поменяются. Бригада не устоит. Ладно, уберем пока сюда бригаду. Начнем строить норку. Вот так вот, сейчас у нас будет сплошная линия здесь. Все, тут все тоже готовы. А, вот этих-то. Черт, не забыл. Самых главных. А почему тут лошади? А потому что я дивизию не туда вытянул.
У, блин, ладно. Два против пехоты. У меня дивизия как раз была-то, вот это, она не оттуда была, она отсюда была. ноября. Ладно, сейчас придет новый корпус. Двумя корпусами точно я разберу. Попутал немножко. Ну и все, вроде бы как все. Продолжение в следующей серии. Чтобы не пропустить его, подписывайся на канал, нажимай колокольчик, пиши комментарий, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока!